Перед началом ролика просим вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Спасибо! Как сбить высокий сахар в крови без приема таблеток народными средствами? Три совета от доктора-эндокринолога. Общее самочувствие больных диабетом зависит от уровня сахара. Чем он выше, тем хуже ощущение больного. Возникает неумеренная жажда, проявляется чувство голода, учащаются позывы в туалет, не позавидуешь. Как научиться полноценно жить с таким заболеванием, как сахарный диабет? Чтобы дисфункция обмена веществ доставляла меньше дискомфорта, приходится постоянно контролировать уровень сахара в крови. По мнению знаменитого доктора, чтобы сахар перестал скакать без помощи таблеток, стоит придерживаться следующей стратегии. 1. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций. Даже незначительное волнение может спровоцировать повышение сахара. Если вы всерьез обеспокоены состоянием своего здоровья, то ваше кредо – спокойствие, только спокойствие. Не волнуйтесь, никакие неприятности не стоят того, чтобы расплачиваться за них своим здоровьем. Если вы уже разволновались, то сконцентрируйтесь на размеренном дыхании. Это поможет вам прийти в норму. 2. Не забывайте о спорте. Сахарный диабет очень часто становится следствием избыточного веса, различных застойных процессов в организме человека. Плавание, пробежка, спортивная ходьба – такие нагрузки помогут избежать проблем с повышением сахара. 3. Вместе с лечащим врачом подберите оптимальную для вас диету. В любом случае, навсегда исключите из рациона газированные напитки, фастфуд, приправы, соусы и заправки плохого качества. Ограничения касаются также мучного и сладкого. В приоритете продукты с низким гликемическим индексом. В рационе людей, больных сахарным диабетом, непременно должны присутствовать кислые фрукты, грейпфрут, зеленые яблоки, овощи, топинамбур. Ваши лучшие друзья в борьбе с высоким сахаром – это рыба, а также орехи и бобовые. Из напитков травяные чаи, домашние настои, особенно зверобой, который не только способствует снижению сахара, но и укрепляет иммунитет в целом. Будьте здоровы! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Спасибо!